скорпионы. В феврале им нужно больше внимания уделить дому, потому что именно домашние дела и занятия детьми, и занятия родственниками – это то, что сейчас самое главное. И вопросы недвижимости. Возможно, придется делать какой-то ремонт, поэтому нужно обратить внимание на коммуникации. Что у вас там происходит? Тамара Михайловна, вот я читаю каждый день, мне попадает скорпион. Вот мне кажется, у них вообще какой-то... Вот кому все время везет, так это им. И деньги там каждый день прогнозируют. Какая несправедливость? Сейчас такой для них год, когда у них есть возможность заработка. Деньги приходят от того, что они заработали, и от новых возможностей. Помогают и близкие люди, и появляются буквально шансы по договорам. Возможность вложения какие-то сделать и отправиться в путешествие. Пусть не обижаются на меня скорпионы, которым я сказала, какая несправедливость. Ну, в общем-то, они умеют терпеть. Больше того, вот именно, слушайте, они вкалывают больше других, как правило. Больше того, они получают удовольствие иногда от того, что жизнь их пинает, понимаете, и заставляет терпеть. Такой счастливый мазохизм такой. Все скорпионы, которые любят заниматься самоедством, все у вас будет хорошо в этом году. А кто не любит заниматься самоедством, а кто не вкалывает? Мне кажется, все знаки зодиака. Иногда нужно будет расслабиться. И вот, например, вторая половина февраля – это время удовольствий, когда есть возможность реализовать интеллектуальные планы творческие. Ну и также это период работы весной. И вы знаете, единственное, что партнеры у скорпионов, начиная с этого года, отношения партнерские будут не очень стабильны. Будут неожиданности, будут в отношениях ситуации, когда вы должны быть готовы к тому, что партнер – это свободный человек.